привет! Сегодня я поделюсь с вами интересным двухсторонним 3D-узором. Этот узор объемный, он имеет хорошую эластичность и чем-то он похож на гармошку. То есть, если мы вот так на него посмотрим, то есть он вот так может эластично растягиваться и сжиматься. То есть этот узор, он очень легкий, он состоит из лицевых и изнаночных петель. Все очень просто. Значит, раппорт этого узора состоит из 10 петель и 8 рядов в высоту. Количество набранных петель должно быть кратным 10, но при поворотном вязании мы добавляем еще одну петлю симметрии и плюс 2 кромочные петли. Этим узором можно связать юбку, платье, шарф, плед, снуд или объемные рукава. То есть вот так мы формируем этот узор и получается вот такое гофре, например, для юбки, для сарафана или для детского платья. Значит, вот так смотрится лицевая сторона узора. Вот узорчик получается вот такой объемный. Так как этот узор двухсторонний, поэтому и изнаночная сторона, вот если мы посмотрим, то она выглядит точно так же, как и лицевая. Вот. Теперь я хочу вам показать схему этого узора. Значит, это схема для поворотного вязания, и в ней приведены, вот получается, как нечетные ряды, это лицевые ряды, так и четные, это изнаночные ряды. Значит, раппорт этого узора всего, вот он состоит из 10 петель и 8 рядов в высоту. Значит, вот этими розовыми линиями здесь я отделила петли симметрии в каждом ряде. То есть раппорт узора вот у меня, вот этот раппорт узора, а вот это идут петли симметрии. Точно так же и здесь. Раппорт узора, а вот здесь петли симметрии. Значит, условное обозначение: лицевая и изнаночная петля. Узор очень легкий, вяжется быстро и несложно. Теперь давайте приступать к вязанию этого узора. Сейчас я на спице классическим способом наберу 13 петель, то есть 10 петель это раппорт узора плюс 1 петля симметрии плюс 2 кромочные петли. Итак, набираю 13 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Вытягиваю одну спицу, поворачиваю работу. И теперь я буду начинать вязать узор с первого ряда. Итак, кромочную петлю я снимаю. Дальше мне нужно провязать 5 лицевых. Первая лицевая, вторая, третья, четвертая, пятая. Затем 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Раппорт я связала. Дальше я вяжу петлю симметрии после раппорта. Это у меня будет 1 лицевая. Затем кромочная, это изнаночная. Первый ряд связала, поворачиваю работу. Теперь я буду вязать второй ряд по схеме. Кромку я снимаю, вяжу петлю симметрии. Это у меня изнаночная петля. Затем вяжу раппорт. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Потом вяжу 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4 и 5. Все, раппорт связала. Последняя это кромочная и изнаночная. Поворачиваю работу. Теперь я буду вязать третий ряд по схеме. Значит, кромочную петлю вот я снимаю. И затем начинаю вязать раппорт. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Потом 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Раппорт закончила, петля симметрии лицевая, последняя кромочная, изнаночная. Поворачиваю работу. Теперь я вяжу четвертый ряд по схеме. Кромку снимаю, петля симметрии, это у меня изнаночная петля. Начинаю вязать раппорт. 5 лицевых. Потом 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4,
пятая, последняя кромка изнаночная. Поворачиваю работу. Теперь я буду вязать пятый ряд по схеме. Кромочную петлю я снимаю и потом вяжу петлю симметрии. Это у меня лицевая петля. Дальше я должна провязать 5 изнаночных. Итак, первая, вторая, третья, дальше четвертая, пятая, а потом 5 лицевых. Раз, два, три, четыре, пять. Последняя — это кромочная изнаночная. Поворачиваю работу, вяжу шестой ряд по схеме. Кромку я снимаю, дальше вяжу рапортаж. 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Потом я должна провязать 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Все, рапорт я связала, петля симметрии — это изнаночная, последняя — кромочная изнаночная. Поворачиваю работу. Теперь я вяжу седьмой ряд по схеме. Кромочную петлю я снимаю, потом у меня идет петля симметрии. Вот одна лицевая, затем начинаю вязать рапорт узора 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Потом я вяжу 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Рапорт связала, последняя — кромочная изнаночная. Поворачиваю работу и дальше я вяжу восьмой ряд по схеме. Итак, кромочную петлю я снимаю и потом я вяжу, значит, 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Потом 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Рапорт я связала, вяжу петлю симметрии. Изнаночная, последняя — это кромка изнаночная. Поворачиваю работу. Итак, вот я провязала, получается, 8 рядов в высоту. Это и есть рапорт узора. И у меня пока получается, вырисовывается вот такой узорчик. Значит, на этом образце я связала рапорт узора, получается, один раз в ширину и один раз в высоту. И давайте сейчас сравним с другим образцом, где более четко виден этот объемный узор. Вот этот образец, на котором я выполнила рапорт узора 4 раза в ширину. И здесь более четко видно этот объемный узор. То есть мы вот видим этот объем. Значит, вот он получается вот такой гармошкой. Складывается и растягивается. Складывается и растягивается. То есть очень интересный узорчик, он двухсторонний, то есть одинаково выглядит как с этой стороны, так и с изнаночной стороны. Вот так он смотрится. Добавляйте такой узор в свои копилочки, и всем большое спасибо за внимание. Пока!